Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Здравствуйте, на телеканале «Магия кухни» его ведущая, выпускница Казахстанской медиа-академии Эльмира Шимханова. В конце выпуска я расскажу вам о поле зверобоя. Сначала о погоде на вторник, 21 августа. В центре Мангистауской области, городе Актау, малооблачно, без осадков. Днем столб термометров покажет плюс 29-31 градус. Ночью 18-20 градусов тепла. В городе Актобе переменная облачность. Днем плюс 23-25 выше нуля. Ночью плюс 14-16. В городе Лагуна-Атырау будет солнечно, осадки не ожидаются. Днем 31-33 тепла, но ночью плюс 18-20. На родине космических разработок в городе Байконур будет ясно и солнечно. Днем плюс 38-40, ночью 18-20 тепла. В Казганской области, городе Балхаш, солнечно. Днем плюс 27-29 градусов, ночью 14-16 тепла. Жители города Жасказган вторник порадуют солнечной погодой. Днем 31-33 со знаком плюс, ночью 16-18 тепла. В шахтерском городе Караганда ожидается переменная облачность. Днем плюс 26-28, а ночью плюс 9-11 градусов по Цельсию. На озере Копа в городе Кокшетау без осадков. Днем плюс 28-30, а ночью 17-19 тепла. В Костанае ожидается потепление. Днем плюс 31-33 градуса, ночью 16-18 тепла. В Кызылорде солнечно, осадки не ожидаются. Днем 34-36 тепла, ночью 17-19. В городе Павлодар малооблачно, без осадков. Днем 25-27 тепла, ночью плюс 11-13. В Петропавловске преимущественно ясно. Днем ожидается плюс 28-30, ночью 15-17 градусов тепла. В Восточно-Казахстанской области в городе Семипалатинск переменная облачность. Днем 24-26 тепла, ночью 9-11 со знаком плюс. В городе Талдыкурган ожидается переменная облачность, без осадков. Днем плюс 29-31, ночью 12-14 тепла. В городе Тарас солнечно и ясно. Днем 34-36 тепла, ночью 18-20 тепла. Темиртау безоблачно и тепло. Днем плюс 26-28 градусов выше нуля, ночью 10-12 тепла. В священном городе Туркестан также жарко, лето не сдает свои позиции. Днем плюс 37-39 градусов, ночью 21-23 тепла. В замечательном городе Уральск без осадков. Днем плюс 31-33 градуса, ночью 14-16 со знаком плюс. В городе Усть-Каменогорск малооблачно, осадки не ожидаются. Днем столбики термометров покажут плюс 22-24 градуса, ночью 6-8 тепла. Чувствуется приближение осени. На юге Казахстана в городе Шымкент ясно и солнечно. Днем плюс 37-39 градусов, ночью 21-23 тепла. В городе Экибастуз ясно и тепло. Днем плюс 26-28 градусов, ночью 12-14 тепла. Все показатели в норме. В прекрасном городе Алматы все еще жаркие летние дни, но более прохладные ночи. Синоптики прогнозируют плюс 30-32 градуса днем, а ночью 17-19 тепла. Геомагнитное поле без особых возмущений. В нашей столице Астане будет малооблачный день, без осадков. Днем плюс 28-30 градусов, но ночью 14-16 тепла. Ну а теперь, как и обещала, расскажу вам о полезных свойствах зверобоя.
Растения обладают противовоспалительным, болеутоляющим, антисептическими свойствами, а также стимулируют обновление и восстановление тканей. Траву заготавливают, собранную во время цветения, собирают обычно цветущие верхушки вместе с листьями, сушат в сушилке при температуре 35-40 градусов или под навесом. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казанской медиа-академии Измира Ашимханова. Всего доброго! Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью. Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».